Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Станислав Садальский выступил с новой порцией обличения известных артистов. На сей раз досталось Марине Ниёловой. Мало кто помнит, что Станислав Садальский когда-то работал в театре «Современник». Однако главными ролями актера не баловали. К тому же артист был малоопытным. Причем не только в профессиональном плане, но и в плане общения и выживания среди коллег. Однажды Станислава Садальского буквально съели. Это случилось, когда он был занят в спектакле «Фантазии Фарятьева». Когда я пришел в театр, был убогим сиротой, я репетировал спектакль «Фантазии Фарятьева». Меня выперла оттуда Марина Ниёлова. Но бог с ней, с Мариной. В «Современнике» актер прослужил 8 лет и ушел оттуда в 1981 году. Сейчас артист предпочитает не вспомнить об этом периоде своей театральной карьеры. «Я вообще туда не хожу. Только когда уходят очень близкие люди, то прихожу на похороны», — признался Станислав Садальский в рамках своей авторской программы. Он вспомнил, как однажды на одном из таких траурных мероприятий он встретил на тот момент художественного руководителя «Современника» Галину Волчек. «Мы с ней обнялись. Потом, благодаря Людмиле Максаковой, встретились в Юрмале и стали друзьями. Но теперь ее нет», — с сожалением отметил актер. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!